Всем привет! И с вами снова канал Ontario 365, и это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И приготовим с вами сегодня очень вкусный и полезный салат, для которого нам понадобится один помидор, один огурец, одно авокадо, сыр брынза где-то 150 грамм, шпинат, также пекинская капуста. Также я использовала индюшиное филе, которое я заранее запекла, но здесь, к сожалению, его нет на экране. Где-то 200 грамм. И еще для заправки я использовала оливковое масло и половинку лимона. Начнем с того, что измельчаем все наши ингредиенты. И я начала с сыра, после чего огурец, после чего помидор и авокадо. Также в этом рецепте я использую индюшиное филе. И если вам интересно, как я запекла его так, чтобы оно не было ни сухим, а даже с корочкой, то обязательно заходите ко мне на канал Ontario365, ссылка будет под этим видео. И уже буквально в последнем видео, которое я выставила, вы сможете увидеть в самом начале видео рецепт маринада и приготовления филе. После чего я рву шпинат руками. То же самое я проделываю с пекинской капустой. Вы можете использовать совершенно другую зелень, можете добавлять обычный укроп, петрушку, убрать шпинат или наоборот убрать пекинскую капусту, но поверьте, зелень стоит использовать в таком салате. Сейчас я займусь заправкой, для этого я смешиваю сок лимона половинку, а также 3 столовые ложки оливкового масла.
этого я солю и перчу салат. А также я хочу напомнить, что брынза уже немного соленоватая, поэтому особо сильно салат не стоит солить. Отправляем заправку в салат. И все хорошо вымешиваем. И вот уже в самом конце я нарезаю индюшиное филе на квадратики и также отправляю в миску с салатом. Такой салат отлично подойдет на ужин, потому что в нем содержится огромное количество овощей, а также мяса. Помимо этого, еще одно преимущество такого салата, что его получается много, то есть его хватит не только на одного человека, а на целую компанию. А если вы не хотите особо заморачиваться с мясом, то вы просто можете его хотя бы сварить. Но поверьте, тот вариант маринада, который предлагаю вам я, он действительно оставляет мясо сочным и подчеркивает его в этом салате. Напоминаю, что подробный рецепт маринада и приготовления индюшиного филе сочным вы можете посмотреть у меня на канале Ontario 365. Вот такой вот салатик по итогу у нас получился. Он очень-очень вкусный и действительно порадует вас. А у меня сегодня все. До новых встреч. Пока-пока!